в Москве зафиксирован резкий скачок радиации. На данный момент многие граждане крайне обеспокоены из-за проблем окружающей среды. На юго-востоке столицы нашей страны зафиксировали резкий скачок радиации. Накануне специализирующийся на обращении с радиоактивными отходами в ГУП «Радон» установил на территории датчик измерения радиационного фона. Прибор показал 60-кратное превышение нормы радиации. Дежурным удалось зафиксировать на видео резкий скачок. Муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов, увидев в сети ролик, поспешил поделиться им в своем Facebook-аккаунте. Так что неполадки оборудования, или правительство Москвы все же задумается о серьезности проблемы. Негодует парламентарий. Напомним, в прошлом месяце мэр столицы Сергей Собянин заявил о вывозе радиоактивных отходов в селе бывшей территории московского завода полиметаллов. По его словам, они угрожали экологической обстановке и мешали строительству юго-восточной хорды. Юх! К слову, решение о строительстве 28-километровой трассы между шоссе энтузиастов и Варшавским шоссе приняли в позапрошлом году. Политик публично пообещал тщательно следить за состоянием окружающей среды во время строительных работ, в том числе во избежание резких скачков радиации. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Народ взбесился из-за звезд мультиков с маленькой пенсией. Будет дочка. Объявлено о пополнении в семье Петросяна и Брухуновой. Причину загадочной смерти Светленького из Иванушек раскрыли спустя годы. У гимнастки Солдатовой нашли странный синяк после попытки суицида. И многое другое.